Хорошо, погода шикарная. Кемерово, привет, привет. Привет всем. Блядь, даже не хочу Либерш обсуждать, ну и склочная бабенка. Я ее выключил из своего общения. Игнор полный. Яна правда про Турцию или просто смеются? Я не знаю, кто такая Яна и что про Турцию. Я не слышал, чтобы Кристина хоть раз сказала плохо про Лизу. У нее должна быть только твоя. Да, слушайте, ну... Где движуха? В отпуск собираешься? Да, я собираюсь в отпуск. На свой день рождения в Сочи поеду. На пару-тройку дней. Да, хочу выдохнуть, не хочу, короче, ничего. Лина Сергея мне. Ебаров, опечатка. А я не знаю про Турцию, что они говорят. И все участники. Кто где? Так, как думаешь? Праздновать день рождения. Вообще не хочу праздновать свой день рождения. Что-то, ну... Я Вадлер. Екатерина, здорово. Ты достоин лучшего. Молодые сидят. Да, что-то как-то, ну, подзаебало меня немножко строительство этой любви. Купание на бассейне, да, было сегодня. Баракович, привет. Настроение, ну так, нормальное. Ебал, дремал, короче. Сколько исполнится? Все мои. Только Анюта. Да, она уже с другим строит отношения. Приезжай сегодня к нам на танцы. Так, когда день рождения? 21 июня у меня. С Ермаковой не общаюсь. Не грусти, Елена Кравчук, спасибо. У нас не скучно, нет. У нас прикольно. Вообще мне похуй, ну не говорите мне про Либерш, да? Лиза хорошо все. Такие у вас аватарки красивые, девчонки у всех. Просто прям, ну, шикарные. Воронеж, привет, привет. Леха, давно не было сторис с баньки. Да, сейчас лето. В пятницу будет сторис с баньки. Эскортницы есть на проекте? Блин, лучше бы были. Алексей, привет. Крошина. О, Глебасик, привет, родной. Чё ты там, как сафари у тебя по пустыне? Лина и Дима вместе? Нет, Астана, привет, Казахстан. Тебе надо отдохнуть, да. Лиза и Ваня — это два разных человека, они не в отношениях. Здорово, Глебасик. Лёха, здорово, как дела? Нормально все, слава богу. Выборг, привет. Да, нормально все. Ты на поляне? Да, на поляне. Чё, чем занимаетесь там? Сегодня какой-то конкурс у вас, я слышал. Да, я сегодня участвую. Это человек гонит. Участвуешь? Выиграешь? Выиграю, конечно. Естественно, Лёха. Чё, когда мы уже увидимся в Москве? А ты когда прилетаешь? Я прилетаю в Уфу 20 числа, и потом где-то на недельку в Сочи улечу. Потом... Бля, я как раз на 20... Я 21 июня буду в Сочи. Вот мы с тобой там и увидимся. У меня же днюха. Реально? Реально. Всё, ёпта, Алексей. Тогда точно да. Да, да. Там увидимся.
Ты что, Глеб... сейчас в паре? Ты сейчас я в паре, не... нет? Нет, один-один. Волк-одиночка? Ага, блин. Задрот-одиночка, блин. Да. Так. Ты где спишь, покажи. Ну, где и спал. Твое любимое место, я понял. Да, грибасик. Я должен был рядом лежать. Да. Вот тут по соседству. Да я бы тебе свое уступил. Я помню это эпическое видео, блядь, где ты... Лёх, да мы бы с тобой в женском были. Так. Короче, ладно, Глеб, спасибо, что были в эфире с нами. Пойду, сейчас там есть деловьё у меня. Давай, Лёх. Давай, на связи. Пока. На связи. Пока. Давай. Ой, Юлька Свотина, привет. Не, Глеб не скрещенный. Все, пока-пока, все.